Дубль 2, привет, зритель. У меня тут случилась новая переноска. Она как-то не совсем фиолетово передается. Может быть, надо было взять ту лампу другую, которая многоцветная, но что-то вот у меня руки дошли только до трехцветной. Тут у нас животное. Ты уже вот видишь, это животное. Это такая супер сумка. Она не складывается. Ну, в смысле, не разбирается. Хотя можно сложить, но она не разбирается. У нее нет кармашка. У нее нет ручки или вот плечевого ремня, куда прицепить его. У нее просто есть вот эти такие ручечки, как ручечки. Это у нас сумка Pet Tiles, переноска сумка Арка. 40 сантиметров на 23 на 28. Фиолетовая. И открывается она с жопки. А вперед у нас там, где жопка. Короче, вот так вот она открывается. Кошку может туда засунуть, и кошка будет смотреть в жопку. А там, где у жопки, у кошки жопка, будет открывашка. Я хотела кое-что записать. А слева от меня, справа точнее, переноска. А слева от меня то, что я хотела обозреть, прежде чем завтра использовать, сегодня использовать, или как получится. И она тут приперлась и пытается что-нибудь, не так эта кошка, в смысле, приперлась и пытается что-нибудь раскурочить. И я думаю, может записать ее в переноске. 510 рублей такая была. На самом деле она была чуть дороже. И вот наш хвост. И она не хочет вылазить, та кошка. Я же хочу как бы это записать полноценный обзор. Короче, в общем, кошка не хочет вылазить. Кошка не хочет вылазить. Показывает нам всем свое нижнее полушарие мозга, кошачье. Она открывается, как ты понял, уже вот только здесь. Тут двойная змеечка, но по сути удобнее только одной пользоваться. Тут дно, которое как бы там деревяшечка. И через липучечку можно достать эту деревяшечку. Но самый прикол, что эта деревяшечка, она в согнутом состоянии сумки была сбоку. То бишь ее можно поднять и сложить. Кошка, можно я тебя достану отсюда? Впервые в жизни кошку хозяин сам достает из переноски, потому что хочет переноску показать. А кошка не хочет из переноски вылазить. Видишь, вот так оно. Вот это вот дно. Его можно вот так положить совсем на дно. А можно, если складывать, то... Вот она вот такая в сложенном виде. Хорошая такая переноска. У меня там непромокаемый такой материал. Вот так она со спины, где закрывается. Я с нее даже бирочку еще не убирала. Я считаю, что это удобнее, чем где вот змеечка была на старой переноске. Ну, она была разборная старая переноска, но у нее была змеечка с морды лица, и у нас было вот так. Мы раздираем, шутишка, что она, раздираем эту змеечку у сеточки, и можно, могла ее даже раскрыть, эту змеечку от сеточки, а тут она смотрит в сеточку. Жопа у нее кошачья к тому месту где-то открывается и закрывается. Ей не до того, чтобы открыть или закрыть. И тут вот такая вот фигня. Такая вот переноска у меня теперь есть. Спасибо тебе, зритель, за просмотр, если ты до конца осилил. А если не осилил, то не спасибо. Пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.